Всем привет, мои хорошие! Сегодня предпоследний день января. Слава богу, этот месяц никак не кончится. Хотела вам показать пудру, вот эту Сисли на свету. Я немножечко добавила еще хайлайтер сюда, By Terry. Хайлайтер номер один. Sunlight Glow, по-моему, называется. Candlelight Glow. Candlelight Glow, да. И пудра вот эта, вот как это смотрится? Значит, на мне... Что у меня? Тональный Tinted Moisturizer Chanel и By Terry вот этот. Сейчас люди продают. Тональника нет. И вот эта пудра Sisley Bleu, Expert Bleu. Вот хотела вам показать на солнце, чтобы видно было. Если что, какие вопросы? Вот мы вышли погулять. Солнце такое. В Шотландии сегодня шторм. Или вчера был, или сегодня, вчера. И сегодня называется Малик. Даже один человек погиб, там дерево упало. А у нас, видите, какая красота. Сейчас я вам покажу. Вот такая красота у нас. Птицы поют. Ричард стоит, ждет меня. Пока, говорит, ты свою красоту показываешь, я пойду. Парень идет в заднице, в карман бутылки с кока-колой. No, you aren't. Make a difference. Richard, I'm just filming our walk with little birds. Скажи привет. 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 Каждое воскресенье, как католики в церковь, а мы гулять. Что у меня здесь такое? Вот такая у нас природа. Думаю, знаете, вистерия вот эта, как ее называют, глициния. Я не буду ее обрезать. Я обрежу только самые новые веточки. А то, что уже давно растет, я их просто так как обовью по арке. Наверное, я думаю, так сделаю. Покажу сейчас, придем домой. Дома. Вот, у кого-нибудь вот такая же есть история или нет с... как ее зовут? Richard, what's it called? Wisteria. Wisteria. Глициния, то есть. Видите, наверху почки. Вот, видите, почки уже. И поэтому мне как-то не очень хочется это все резать. Я думаю... То есть это не почка, это сухой лист, а вот почка. И я думаю, что я просто вот эти ветви... Вот так вот прогну через эту арку, наверное. Вот так сделаем. Как вы считаете, есть какие-нибудь эксперты, которые мне могут подсказать? Потому что я вот не понимаю, знаете, говорят, вот надо подрезать, там две этих сверху надо подрезать, новые ростки надо убирать. А я не думаю, что вот эти все дома, у которых, знаете, в истерии растет большой такой этой, как вот по всему дому, я не думаю, что они там что-то обрезают. Не знаю. Подскажите, пожалуйста, кто знает. Ну все, девочки. В моем садике показывать особо нечего. Вот, но полезли очень хорошо, активно у нас. Вот видите, вон даже тюльпаны. Тюльпанчики. Я же это вам все 100 раз показывала, вам уже надоело, наверное. Вот так. Вот розочки некоторые еще пытаются что-то там цвести. Ну все, мои лапочки, пока.